Сколько на реке? 10 октября. Вон две утки. Ищут корм. А может просто отдыхает, потом дальше ходить. Три утки. Так, они решили к тому берегу. А нет, вообще на мель вышли. Утка не плывет и идет. Утки на реке Чепца 10 октября. Ищут корм. Я стою на мосту. Это далеко от меня. Там не так глубоко, где они находятся. Это ближе к отмели и к берегу, к правому берегу реки Чепца, недалеко от поворота. Десятого октября. Утки следуют по течению реки. Сейчас они почти на повороте, напротив родника. Еще плывет одна утка. Итого 4 утки. Итого 5 уток. Две впереди и три по левую сторону. Следуют по течению реки.